Прежде чем мы начнем, хотели бы вас попросить поставить лайк этому видео и подписаться на канал. 97% пользователей смотрят наш канал без подписки. Мы очень грустим по этому поводу. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» стала серой. Спасибо за подписку. А теперь начнем. Волшебные темно-синие ягоды прописывают даже врачи, особенно диабетикам и людям с плохим зрением. Как же действует черника на наш организм? Старая добрая черника вкусна не только в пирогах, киселях и вареньях, но и сама по себе, в свежем виде. Лето – самое время разбавить рацион этими ягодами, а также заморозить их на зиму, чтобы целый год иметь этот ценный продукт. Это гораздо вкуснее и полезнее, нежели таблетки. А почему, мы сейчас расскажем. Улучшает зрение. Нередко окулисты и офтальмологи советуют на первой консультации людям с плохим зрением употреблять как можно больше черники. Дело в том, что в этих темно-синих ягодах много полезных элементов – углеводы, калий, магний и фосфор. Черника восстанавливает сетчатку и снижает утомляемость глаз. Также для глаз полезен экстракт черники, который улучшает кровоток сетчатки. Благодаря чернике может повыситься и острота зрения в темноте. Так, летчики Великобритании в период Второй мировой войны регулярно принимали в пищу черничный джем для усиления сумеречного зрения. Очищает кишечник. Черника активно используется в медицине при расстройстве желудка. Благодаря дубильным веществам и их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта, особенно при поносе у детей и взрослых. Дело в том, что в чернике находятся пектины, которые очищают кишечник от шлаков и солей металлов. Полезно для диабетиков. Гликозид неомертилин, который есть в составе черники, заметно снижает сахар в крови. Это вещество действует по принципу инсулина. Поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических средств. Восстанавливает нервную систему и повышает иммунитет. Весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Черника богата марганцем, минералом, стимулирующим энергию, а также клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Ягоды черники целебно действуют на мочеполовую систему. А витамины группы В, содержащиеся в ягодах, улучшают мыслительные функции и концентрацию внимания. Для красоты. Благодаря чернике можно добиться снижения лишнего веса. В составе черники есть антиоксиданты и пищевые волокна, которые не только очищают кишечник и стимулируют его активную работу, но и растворяют плохой холестерин. Помимо этого, черника улучшает состояние кожи. Витамин С, который содержится в плодах, стимулирует выработку коллагена, который выравнивает тон кожи и препятствует появлению пигментных пятен. Вред и противопоказания. Черника все же полезна не для всех. Противопоказания для поедания черники следующие. Аллергия на компоненты продукта, повышенная кислотность желудочного сока, хронический запор, мочекаменная болезнь, беременность и период кормления грудью. Женщинам не рекомендуется есть ягоды в период кормления младенца грудью, так как они могут стать причиной аллергии у новорожденного. Хоть и черника вкусна в красочном букете с другими ягодами, к ней подходят малина, клубника, земляника, но лучше особо не экспериментировать с сочетаниями, так как это может закончиться диареей. Также вредно для здоровья есть слишком много черники. Могут возникать как запоры, так и неприятные симптомы расстройства желудка. За один раз можно есть 200-300 граммов, максимум полкило. Калорийность черники на 100 грамм – 44 килокалории. Будьте здоровы! Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с друзьями. Спасибо!